Всем привет, друзья, с вами я, Майнкрафт Геймер. И сегодня, точнее сейчас, я вам объясню, почему я, блин, нахожусь в стене Алекс. Это все потому, что я решил... Короче, там вышла новая версия, 1.8.1. Я ее установил, там пока что еще не сделали скины, поэтому... Поэтому приходится вот так вот играть, блин. Почему именно Алекс? Почему, блин, там не Стив? Ну ладно. Было бы, наверное, лучше, если бы эту Алекс вообще удалили из Майнкрафта. И одним бы только Стивы были. Ну ладно. Собственно, что я установил? Я установил моды. Как? Ну да, я установил моды. Как бы это странно. Чё? А, я забыл. Стоп, чё? А. Я как будто в первый раз в Майнкрафт играю. Так, значит, сейчас я вам покажу, в чём такое вот. Так. Для начала нам нужен полублок. 6 полублоков готовы. Теперь, смотрите. Делаем вот так вот. Вот так вот. А. Не, по идее должно сработать. Ну, короче, там должна быть табличка, типа. Чтобы, возможно, это вот так вот. Короче, без разницы. Все равно я уже собираюсь тут играть в Майнкрафт. Поэтому, собственно, вот так. Так. А почему я не могу, собственно, вот так сделать? Так. Хована. А. Я просто впустую, получается, потратил железо. Какое железо? Я уже думаю, что железо это дерево. Вообще он медный шлем, медные ботинки, медная понож. Короче, я установил мод на медные инструменты. Вот, собственно, вот так вот. Ну, я вот соспавнился сразу на горе. Я не знаю, что тут ожидать, потому что... Сами видите... Я на огромной горе, с которой можно упасть. Так, сразу делаю себе деревянный топор. Чтобы, во-первых, защищаться, во-вторых, убивать мобов, и в-третьих, добывать дерево. Оказывается, у топора много пользы. То есть, это типа меч, но это у каменного только. Это типа добывание дерева, это типа чтобы защищаться. Короче, рассказываю вам одну историю. Вот, значит, играл такой в Майнкрафт. Играл, значит, играл, никого не трогал, а потом бамс. И ко мне пришли какие-то чудаки. Ну, то есть, чуваки. Я им ничего не делал. Они меня начали бить каменным топором. Именно поэтому, собственно, я... Так, я думаю, что топор теперь самый лучший. А, еще я вам забыл сказать, что я еще установил за мод. Сейчас только подняться надо. Сейчас, и мне нужна лодка. Знаете почему? А чтоб спуститься. А то тут слишком большая дистанция. Ну, короче, что я установил? Я установил мод, знаете, который у некоторых ютуберов был? Ну, это у меня в детстве. Я видел, как у некоторых ютуберов показывал здоровье. И потом я, собственно, нашел этот мод и установил его. Вот, все. Так, теперь, значит, убираем верстак. Ставим лодку и
Поплыли. Ёп. Поплыли. Фух. Я вышел. Вот, видите? Вот тут 30 хп. Когда я его ударю, собственно, у него будет минус 1 хп, и он будет меня пытаться убить. Стоп, чё? Я ему снимаю. А, вот, по 9 хп ему снимаю. Бежать надо. Так, давай, давай, давай. Давай, мужик на мужика. Вот, вы видите, что в разное время по-разному бьет. И, походу, тут кто-то построил... Ну, это... Как оно называется? Крепость какую-то. Ну, я уже забыл, как это называется, но... Но знаю, как это по-английскому называется. Castle. Так. Собственно... Зачем я сюда приплыл? Я тоже задумываюсь таким вопросом, ну ладно. Так, смотрите, что я еще хотел проверить. Я хотел еще проверить, сколько наносит критический удар. Собственно, вот наш подопытный кролик, хоть это и медведь, ну ладно. Вот. Ха, оно снимает по 9 урона, потом оно снимает по... Тоже по 9 урона. А, получается, это только... Вот, по 12 урона сейчас снялось. Из этого медведя ничего не выпало. Значит, бесполезный медведь. Фух. Оу. Крутой RTX Майнкрафта. Так. Стоп, чё? Чё тут песок делает в биоме из льда? Ну ладно. Так, так, так. Мне нужна рыба. Хотя это лосось. Ну ладно. И у них вроде хп увеличилось. Или мне кажется. Так, по два. Остался еще один. А вы знали, кстати, что компас показывает место, где вы появились в Майнкрафте? То есть, смотрите, если вы появились там, допустим, вы в песчанике там каком-то, ну, короче, в песчаном биоме, то, собственно, компас будет показывать на ваше место. То есть, там, где вы появились. И, судя по этому... Я рядом где-то с пустыней. Или что это? Это походу не песок. Это что-то другое. Оба-на. Я это узнал с Майнкрафта, то что киркой добывать легче. Все. И походу это песчаный биом. Нет. Да, это точно не песок, это... что это такое? Ау. Сейчас я посмотрю, что это такое. А. Ой, блин, я уже блок снега путаю с этим. С песком. А тут вообще есть выход. А может, пожалуйста, выход мне? О, я как нашел затонувшийся корабль. Не знаю, почему я говорю затонувшийся, когда это затонувший. Ладно. Так, съеду я сурового лосося. И плыву к приключениям на свою пятую точку. Ну ладно. А у меня кислород кончился или что за... Воздух, походу. Так, так, так. Давайте скрафтим дверь. Зачем мне дверь? Затем, что она дверь. Ладно. Это была шутка от Майнкрафт-геймера. Короче, эта дверь мне нужна, чтобы дышать под водой.
Сейчас я вам покажу, как это работает. Дышать. Вот так вот. Сыграю серую треску. Так. Я, собственно, под водой. И тут спруты. Наверное, не злые спруты. А! А, ё-моё, да добывать это уже быстрее. А, дышать, дышать. А. Всё, это конец. Привет. Фух. Так. Так, 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 тут ничего нет. Надеюсь. А, да, да, тут ничего нет. А, нет, нет, открывай, открывай. А, фух. Я дверь выкинул. Ух, вот так вот. Если вы ничего не видите, то я тоже ничего не вижу. Вот теперь видим. А, где? Ух, прям сундуком поставил. Карта клада. Неизвестная карта. Давайте посмотрим, куда нас ведет. Хм. Я, получается, далеко от этой карты. Ну, то есть, как нам показывают. О! Почему тут только один мусор, можно так сказать? Зато морковка есть и тыква, и еще бамбук и бумага. Блок, а? Вообще, по идее, мне не нужен. Так. Значит, что я могу скрафтить из меди? Я могу сделать медную нажимную плиту, медную кнопку, медный меч, медную лопату, медную кирку, медный топор, кстати. Не, камень все-таки получше. Ух. А что этот спрут такой огромный? Спасите меня. Почему я не могу этого сделать? Все, это конец. Нет, это не конец. Это не конец. Фух. Фух. Вот, я походу сломал то, что вверху. Фух. А! Ёпта, я что сделал-то? У меня два сердечка. Ты мне ничего не сделаешь. Я тебе ничего не сделал. И ты мне ничего не сделаешь. Фух. Медвежонок, твоя мама сумасшедшая. Фух. Всё, иди тут с другими медведями. Может, я еще одну маму найдешь. А я немного грустная, ну ладно. Не, ну а что там на место маны пауто? Опа-на.
Я так понимаю, что больше этого ничего нет. О, рудная медь. Я уже могу сделать себе инструменты из этой меди. Но только тогда, когда я себе сделаю печку. Так. Чё? Чё за снег? Всё, надо себе сделать это. Надо себе сделать штан. Ой, эти. Как называют? Сапоги, короче. Стоп, я, кажется, понял, почему тут все такое зимнее. Вы знаете, что скоро Новый год. Ну, вот так вот, собственно. О, а что тут светится? Это случайно не шахта какой-то игрока. О, уголь, он мне как раз нужен. Да, мне везет с углем. Еще с некоторыми рудами в Майнкрафте, точнее, Роблокс Майнкрафте. Хотя наоборот. Ну, короче, там, когда я играл в Роблокс, то есть, Майнкрафт в Роблоксе, я, собственно, я находил очень много железа. Собственно, как и с этим углем. Блин, я все еще не привыкну к своему скину. Почему именно Алекс? Никто не может это сказать, почему именно Алекс. Ну ладно, давайте уже искать это, клад. Хотел сказать карту, ну ладно. Так, так. Я, блин, немного чувствую холод. То есть, как я хожу по льду. Ну ладно. Я уж, походу, с ума сошел, ну ладно. Так, походу, мне надо идти вон туда, что ли. А, один хп. Фух. Фух. Я подожду, потому что я не знаю, что может сделать со мной это загадочное рагу. Ну ладно. Чё? Я получил, походу, регенерацию, ну ладно, это загадочная рука, что делала, нет. Ну, хотя бы не трата хп. Тут вообще есть песчаный биом? Я вообще хочу найти карту коды. Не, карту кладу, блин. Так. Если больше, значит, я близко. Если меньше, значит, я не близко. А если вообще один пиксель, значит, я очень далеко.
По идее, клад должен быть где-то тут, но его нету. И походу я нашел железо. Так, так, так. Спидран по Майнкрафту. О, повезло, повезло. Мне повезло, мне повезло. У него еще две брони. Ха, а ты не можешь купаться. А! Зимогор, а ты что тут делаешь? Ауч. У него 20 хп, понятно. У медведя больше. Фух. А, бежать. Фух. Это было близко. Ай, блин. Как это тут красиво, вы не замечаете? Так, могу ли я брать стрелы? Не могу. Ребят, знаете что? Знаете, как передвигались люди, у которых не было элитр? Они просто стреляли луком вниз. Получали тем самым хп, это урон, и летали. Опа, на это что за зеленые луки, батуны? Какие-то зеленые луки, батуны. И они огромные. Lime Carnation. A Hidden Legacy. Короче, я спрятаю что-то. И, собственно, я возьму лук-батун, потому что лук-батун — это сила. Ну, в принципе, пока что в этом Майнкрафте ничего интересного нет, пока я модов не скачал. Ой. Но, собственно, я хочу показать вам, что... Зачем это? Ой, это, походу, кролик-убийца. А. Просто такой кролик, он тоже похож на кролика-убийцу. Ну, он хотя бы маленький. Ребята, вы знаете, какой самый редкий моб? Если вы видели мою прошлую часть, то вы наверняка, ну, точнее это, выживание Майнкрафт, то вы наверняка уже его видели. Это не розовая овца, хотя ее даже не было. Это, знаете, тот чувак, который спавнил возле себя много чуваков. И который она там была бы счастлива по IP и убить. Сейчас вот так вот. Так, уже 49 меги. Так, так, так. Рудная медь, юга, все. Я не стал только подождать. Тут, 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 тут. Да, это мой фирменный танец. Тем временем уже две меди сделалось. Собственно. Как вы уже видите, вот тут вот можно уже скрафтить эти. Это оружие. Вот так вот. Вот медный меч.
собственно, броню тоже можно сделать. Медные ботинки, все. Теперь я бессмертен. Ну, это для снега, вот этого вот. Теперь я могу топтать по нему сколько хочу. И он мне ничего не сделает. Стоп, а может это цветок коронавируса? Потому что очень похоже, да, айфон большой, ну, это, в принципе, не нужно новое. Так, собственно, больше в этом Майнкрафте ничего интересного нету пока что. Я не установил моды, как я уже говорил. О, давайте посмотрим. Это, походу, новая деревня. Так, а это что за... Синий лед. Вот, смотрите. Так, 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 что у тебя покрыть можно? Кожаные ботинки, ну, в принципе, нормально, но не очень. Кожевник. Тебя кто-то кусал, да? Так, 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 здесь кровать. Это, походу, церковь. Но все равно давайте зайдем. Да, это церковь. Тут паленая печь. Мне еды нужно. Хотя у меня она есть. Ну ладно. Фух. Ну ладно. О, пана. Домик. О, изумруды, изумруды, изумруды. Это нормально, нормально. Но семена свеклы, они мне не нужны, можно так сказать. Но... Все равно. Так, так, так. Стоять, никому не двигаться, это ограбление. Но, в принципе, тут никого не было. Эти дома, получается, очень богатые, потому что они из дерева. Но если одно дерево загорится, то, получается, весь дом загорится. Хочу-ка снять HR. Опа, на сахарный тростник. Но для того, чтобы сделать отклик, нам надо очень много этого всего. Ну, то есть ресурсов. Вот. Опа, на голем. В принципе, думаю, убью этого голема, да, и все. Опа-на, у него 100 хп. На. Да. Ну ладно. Друзья, я пока на этом... Я могу так делать, а если вот так... это только с этим работаю. Ну ладно, ребята, пока. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.